Если вы заметили, что у человека внезапно перекосило лицо, нарушилась речь, ослабли рука и нога, это может быть инсульт. Срочно звоните 103. У врачей есть 4,5 часа, чтобы спасти жизнь. Победителем в силовом троеборье по пауэрлифтингу стал асбестовский спортсмен. 19-летний асбестовец, кандидат в мастера спорта Михаил Винокуров, в очередной раз стал победителем на прошедшем 8 ноября в городе Нижнем Тагиле первенстве Свердловской области среди юниоров по пауэрлифтингу. Выполнив приседания со штангой весом 260 кг, жим штанги лежа 190 кг, становую тягу 280 кг, он улучшил юниорские рекорды города в весовой категории до 120 кг. Михаил является достойным продолжателем спортивных достижений своего отца, мастера спорта международного класса Николая Винокурова.